Год тому у гэтай жа зале было подписано першае пагадненне аб супрацоўніцтве трох организаций Гомельшчыны – БРСМ, профсоюзных объединений и организации ветеранов. Раз год яны собрались, каб проанализовать проведенную работу и скласці агульные планы на 2017 год. Это соглашение нас объединяет общей цели, которая направлена на социальную защиту пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны или лиц, приравненных к ним. Соглашение в области культуры, в области патриотического и нравственного воспитание подрастающего поколения. Обмен информацией и взаимное содейничание. Супрацовництво трех организаций велось и до подписания погоднения. Документ же дозволил эту работу сделать больше предметной. До прикладу, у 2016-м профсоюзные организации агропромысловой сферы пришли на допомогу удельникам войны у опрацовцы огородов. Экскурсийные поездки, санаторный отпочинок и это только частка социальной и материальной подтримки, якую профсоюз оказал ветеранам. Усяго на это выдатковали больше как 400 тысяч рублей. Профсоюзы оказали большое содействие, особенно в период наших отчетно-выборных кампаний. Профсоюз много оказал помощи в проведении как собраний, так и поощрений, так и привлечения культурно-массовой работе и жизни этих людей. И ветераны за это им говорят спасибо. Подтримливала профсоюзная организация и активистов БРСМ. Так, дякуючи этому тандему, музей БУС «Кветки Великой Перемоги» у минулом годе смог объехать усе в области краины. Еще один приклад – волонтерский проект «Усе фарбы життя для тебе», мета якого – организация доброчинных концертов. Усе сродки от продажу билетов идут на лечение тяжкохворых детей. В планах на 2017 год продолжить реализацию проекта «Цветы Великой Победы», открытый диалог, диалог поколений. И в апреле вот из ближайших планов 2017 года провести трем партнерским организациям совместный месячник «Сохраним память на века» по благоустройству, приведению в надлежащий порядок памятников, обелисков и захоронения времен Великой Отечественной войны. Гэта и шэраг інших планов на 2017 год стали основой нового пагаднення, якое подписали три баки. Ганна Кавалёва, Ігар Марышчынка, телерадыокампанія «Гомель».